Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква К в имени указывает на большую твердость, бронебойность, выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Это натуры глубокие, интроспективные, любящие мудрость и знания. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Владельцы этого имени необычны, неординарны. В них есть нечто таинственное. Часто создается впечатление, что их мысли витают где-то далеко, в ином неведомом мире. Значение буквы М в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Сталкиваясь с этими людьми, родившимися под знаком Нептуна, можно долго ошибаться на их счет. Они могут быть внешне очень спокойны, часто производят впечатление робких и нерешительных людей. Но это первоначальное впечатление, как правило, обманчиво и означает только одно. Еще не пришли в действие силы, которые заставят забурлить и понестись вперед, сметая все на своем пути. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.